Топ-10 самых лучших фильмов о футболе. На 10-м месте расположился отечественный фильм 2012 года, повествующий о жизни лучшей игры с мячом в условиях Второй мировой войны. По сюжету, в 1942 году в оккупированном Киеве советские военнопленные играли с соперниками из вермахта не на жизнь, а на смерть. Главную роль сыграл Сергей Безруков. На 9-м месте также оказался продукт российского кинематографа под названием «Стрельцов». Фильм повествует о великом советском форварде и его пути от звездной карьеры до тюрьмы. Главную роль сыграл Александр Петров. На 8-м месте расположился фильм об одном из величайших футболистов современности – Златане Ибрагимовиче и его пути к славе, несмотря на многие трудности. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть.